Сложнее казахстанцам становится купить жилье. На рынке недвижимости эксперты также фиксируют подъем цен. Только за март квартиры в новостройках подорожали на 5,5%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Казахстане превышает 408 тысяч тенге. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. Догоняет и вторичка. В старых домах стоимость одного квадратного метра дошла до 451 тысячи. По сравнению с прошлым годом цена выросла почти на треть. Рост связывают с удорожанием стройматериалов и дефицитом недвижимости на рынке.